Очередной матч российской суперлиги хоккейный «Енисей» проводил в гостях. Красноярцы отправились на берега Волги в гости к «Старту». Для сибиряков это был первый матч на открытой арене за последние 3 недели. Видимо, это обстоятельство как-то повлияло на не совсем логичное развитие событий. К началу второго тайма «Старт» обыгрывал лидера чемпионата со счетом 3-2. Только оказавшись в роли догоняющего, «Енисей» взялся за дело. Засверкали все прежние лица – Мергазов и Энлунд. Нападающие записали на свой счет больше половины мячей всей команды – 8-4. Победа гостей. Самое главное, я не видел никакой паники на поле. Мы продолжали гнуть нашу линию, о чем мы договорились. И когда мы сравняли где-то на 60-й минуте примерно, здесь мы взяли матч под контроль и довели его до конца, до победы. Так что самое главное, что мы здесь выиграли. 3 очка. Едем дальше. А дальше «Енисей» отправляется в Киров в гости к еще одному аутсайдеру чемпионата родине. Женская команда «Смоки Минск» в Красноярске прервала 4-матчевую победную серию «Енисея» в Еврокубке ФИБА. Победу гости добыли за 2 секунды до финальной сирены. Итог 68-70 в пользу белорусской команды. Самое интересное, что в первом матче соперников на групповом этапе Еврокубка был зафиксирован аналогичный счет, но тогда верх взяли красноярки. Волейбольный «Енисей» одержал первую домашнюю победу в чемпионате России. На паркете Дворца спорта имени Ивана Ярыгина красноярский клуб обыграл «Югру Самотлор». Как ни странно, и в этом матче сыграла определенная магия цифр. Каждый выигранный сет «Енисея» заканчивался со счетом 25-22. Сибиряки не продемонстрировали выдающуюся игру, но приложенных усилий хватило для победы над нижневартовской командой. Матч завершился со счетом 3-1 по партиям. Тем временем баскетбольный «Енисей» проиграл борьбу за первое место в группе Кубка ФИБА Европа. В завершающем матче первого этапа турнира команда Анзуловича в гостях встречалась с румынским клубом «Клуж-Напока». Перед этим матчем соперники уже гарантировали себе выход в следующую стадию Кубка. Оставался лишь один вопрос – кто станет единоличным лидером квартета? Но судя по счету и характеру игры, «Енисей» к этому сильно не стремился. Сибиряки проиграли в каждой четверти. В результате в финальной сирене преимущество хозяев выросло до 14 очков. 97-83. Но даже несмотря на поражение, именно «Енисей» стал самой забивной и мало пропускающей командой группы G. Антон Соркин, Афонтово Спорт.